Сделала я салатик к Новому году по рецепту Галины с канала Галина Дефисем. Очень порадовал. То есть он и на вид, вот он у тебя пока еще в такой вот плошке, может быть, он в такой останется, может быть, я, наверное, такой оставлю. Но выглядит, конечно, мне нравится. Я порезала крупными кусочками все, причем и виноград на 4 части вдоль, а не поперек. И помидорка, вот она такую зеленоватую специально брала, чтобы она не отводянила. И все остальное крупным тоже вот так вот. Попробовала на вкус, боялась, как вот будет с виноградом, вот это сочетание. Все отлично, виноград дополняет. Так было бы невкусно, а с виноградом вообще класс. Заправить я его хочу сметанкой с лимончиком. То есть лимончик туда и сметанки. Немножечко вот. Можно йогурта, но у меня нет йогурта. Очень понравился. То есть на любой день рождения, на любой праздник, на любой вообще. Очень. Мне очень нравится.